Ну что же, наконец-то долгожданное ожидание завершено. Добрый вечер, здравствуйте, друзья! Ну громче, зеленый остров, Омск! Покажите, как вы умеете все это делать. Наконец-то, друзья, очень много музыки было переслушано, очень много музыкантов написали много новых песен. Они готовы представить их сегодня вам, и не только сегодня, но и в дальнейшем проект «Молодая музыка Сибири» будет дарить и радовать каждого сибиряка. Ура! Итак, я сейчас нахожусь за кулисами. Рядом со мной находится лидер группы «Иланды» Наталья. Наталья, привет. Привет всем. Поздоровайся так, чтобы тебя поаплодировали. Просто тут очень плохо все слышно, друзья, поэтому погромче. Наташа, давай. Привет. Прекрасно. Итак, Наташа, скажи, пожалуйста, «Молодая музыка Сибири» для тебя каким шагом была? Что ты после этого почувствовал? Что у вас в группе теперь происходит? Ну, наверное, мы почувствовали, что вот мы наконец-то серьезный коллектив, мы делаем серьезную музыку для широких масс, и это очень важно для нас. Я сейчас пока слезу сброшу, ребят, под ваши бурные аплодисменты. Наталья идет на сцену, ну а пока вы ее встречаете, немного воспоминаний о том, как это было. Ну-ка, просто сзади. I went across to Switzerland to all to Yodelsby to try to learn to yodel through the Yodelay Hoti. I climbed a big high mountain on a clear and sunny day, and there I met a yodeling guy in little Swiss chalet. He told me to yodelay, to yodelay, to yodelay, to yodelay. He told me to yodelay, to yodelay, to yodelay, to yodelay. Прозвучит замечательная украинская народная колыбельная песенка.
щось шепоче тихоненько, чи то спів неголосний, чи то спів неголосний, чи то сни. Кошенятку свій кубочок закотило у куточок, і у кошику воно, і у кошику воно спить давно. На траву лісовичок постелив носовичок, так маленький лісовик, так маленький лісовик спати звик. Спить хмаринка над сосною, спить хатинка зад сною. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Итак, совсем скоро на эту сцену поднимется группа «Иланды». Но прямо сейчас... «Иланда» уже ушла, чего? «Иланда» ушла, да, простите. Группа «Стрит Манки» совсем скоро поднимется. Сейчас я отдыхаю с одним из вокалистов этой группы, с Виталием. Виталий, привет. Всем привет. Говори громче, ты очень тихий. Да, привык просто кричать, и сейчас нужно потише чуть-чуть. Виталий, скажи, пожалуйста, какую музыку вы играете, что это? Мы единственная в Омске ска-команда, как говорится, ямайские мотивы 50-х годов.
Ну, а тут все пошло. Это круто. А что делать под эту музыку зрителям, которые уже не знают, куда деваться от того, чтобы громче, громче и громче встречать следующую группу? Слышишь, аплодисменты? Очень, очень сложно разговаривать. Просто невыносимо сложно. Друзья, прямо... Сейчас, давай. Ну, опа. Прямо сейчас... Обезьяны на сцене выбегают. Давай, Виталий, это молодая музыка Сибири, друзья. Давайте погромче поприветствуем стрит-манки на сцену, вынимаются. Внимание! Пожалуйста. Стрит-манки. Я не знаю, как с ней сегодня разговаривать. Дурдом, обожаю эту программу. А это максимум громкости? А это максимальная громкость, да? Смазали замки, листья желтые мы скоро сбросим, проводя с тобою ночи до зари. Проводя с тобою ночи до зари. Проводя с тобою ночи до зари. Голые деревья, мы одни в квартире. Молча смотрим в окна, машем уходящим облакам. Врозь вместе нас давно забыли, окна в каплях отделим пополам. Врозь вместе нас давно забыли, окна в каплях отделим пополам. Греться в первых солнечных лучах. Греться в первых солнечных лучах. Рок-бой, танцуем вместе с капотой на луной.
пошел Рот Гёрл, Рот Бой. Танцую вместе с Ка под полной луной. Рот Бой, Рот Гёрл. Сегодня не напрасно ты сюда пришел. Рот Гёрл, Рот Бой. Танцую вместе с Ка под полной луной. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Очень тяжело разговаривать, когда рядом с тобой находится один из самых сексуальных музыкантов Омска. А это ты про меня? Практически, да. Ты вообще не музыкант, ты что? Рядом со мной находится сейчас Владимир, лидер группы «За шторм». Владимир, здравствуй. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, Владимир, как часто девушки на ваших концертах едят мороженое? Очень часто, потому что наша музыка разогревает, и нужно охладиться. Есть в зале сейчас люди, которые едят мороженое? Покричите, чтобы мы слышали вас. Видишь, как непопулярно мороженое сейчас на ваших концертах? Ну, будем надеяться, что это станет своеобразным мейнстримом, который обязательно войдет в моду. У нас сегодня еще есть несколько сюрпризов. Дело в том, что здесь каждая группа оставляет свой небольшой автограф. Ну, а футболка, которая находится на мне сейчас, здесь уже пару команд расписались. Да, Владимир, можешь не закрывать маркеры, давай сразу же на мне. Давай. Эта футболка пойдет в тот самый Народный музей музыки, который собирается программа «Молодая музыка Сибири» совместно с продюсерским домом «Гализдра». Да, давайте бурными аплодисментами встречаем Владимир Хачатуров. Ну и пока ждем его на сцене, посмотрим, как было их появление в «Молодой музыке Сибири» программе. Показать, ты освобождаешься. Санта Лючия, Санта Лючия, Санта. Ты даже. Ой, ломай декорации. Надо смотреть. Шаги помогут. Какая? Уже можно просто шторм называть. Все. Это самые долгие съемки за всю историю «Молодой музыки Сибири». Вы время видели? Время уже почти 5 утра. Серьезно. My lovely baby, I want you to know that you're only one. My lovely baby, I want you to know the real feeling I really do. My lovely baby, my lovely baby, yeah, my pretty darling. For all my life, the world, the heartache, the world, stupid loneliness. For all my life, I was thinking that I'm just a loser. My lovely baby, my lovely baby. Darling, yeah, my pretty.
darling here, my pretty darling here, my pretty baby, my lovely baby, my pretty darling, my pretty darling. I was too late today. He looked at me, he had nothing to say. But by the look in his hands and eyes, I understood he disappointed. But he has to love because I'm favorite son. Although he know that I will have to run, that I would always give for his advice, that I will say it wouldn't be so nice. And you know it's not hard to see how we love, how we love him. She always said, my son, it's up to you. It isn't fair that you bring up your child just not to feel his presence by your side. We always looking for the better life, but think that we would never even try. But we can tell that there is always near someone that will have nothing to fear. And you know it's not hard to see how we love it in me. And after all these years, promise I'll be better. I never had been.